белән нәҗәт тавыр рәхмәтең белән безгә төшкән бәлаларны. Йөлемәк бар, терелемәк бар, гамәлләрдән сыраламак бар. Чыгар иде мәләхәтем тар, рәхимә кыл гел тәгал Сүрәтем бетәр микән, күңелем дине китәр микән, шәфәгат йә Расулулла. И Ходаем, бер Ходаем, ярдәмеңнә бир илаһым. Сыраған нәрсәләрнең барысы да сиңа мәғлүм. Бафу кылсан айлахам, Бафу кылсан айлахам. Yeah.
Хотите? Кто он приехал? Он. Хан Али приехал. Вот ведь вы знаете, что когда он последний раз бок о бок, он был очень человек, который Хан Али, который правил в Касиме очень долгое время, он был талантлив, военачальник очень хороший. С 12 лет обнаружил прекрасный толк в военном искусстве. И когда ему исполнилось 14 лет, то он уже воевал, как бы принимал участие во многих походах с Иваном Грозным. По его приказу дважды стоял на престол в Казани, вы знаете. По его приказу дважды же и покидал. И в последний вот поход Ивана Грозного, он бок о бок с этим правителем, езжал на территорию Казанского Кремля. Но сказать по совести, войска Ивана Грозного очень долго не могли войти на территорию Казани. Только когда был сделан специальный подкоп, вложено взрывчатое вещество, русские войска заняли эту территорию. И Иван Грозный с удивлением обнаруживает, что в ополчении, помимо всего прочего, был женский пол. И тогда он приказывает привести к нему предводительство женского полка. В ополчении казанском? Да, в казанском. И надеюсь увидеть женщину пожилого возраста, умудренную хоть каким-то военным опытом. Он был просто сражен на повал, когда пред его очи предстала молодая красивая татарка с непокорно горящим взором. Он задал ей ряд вопросов, и вновь поразившись правильностью, точностью, лаконичностью ответ, он не пожелал оставлять эту женщину в стане врага и решил выдать замуж за нашего Касимского хана. Вы знаете, что брак был политический, да? Ни о какой любви речи не шло. Тем более первый муж ее, это был Джан Али, он был убит. Второй Сафаги, ей любимый, ее муж тоже был убит при взятии Казани. И она осталась, в принципе, правительницей при несовершеннолетнем сыне у Тимыши. Считайте, правительницей Казани. А тут уезжать, покидать оплот татарского ханства. Какой-то Касимов, про который она слышит, не слышала. И потом, тем более, выходит за человека совершенно, который ей не нравился и был нелюбим. Ну, и хотя, несмотря на то, что он был вот такой видный политический деятель, грамотный, очень уважаемый при царе, как говорят вот мудрые люди, в природе должно существовать равновесие. Вот равновесие существовало. Насколько он был внутренне одарен природой, ровно настолько обижен внешне. Он был маленького роста, горбоносый, с огромным крупным животом, а мочки ушей падали на самые плечи. И представляете, Суембике вам покажет портрет этой удивительной красоты женщины. И не только красавица, привитая самые лучшие черты политические. Она еще была умна, мудра и, главное, справедлива. И приезжает сюда к нам, вот приезжает с ханом. Конечно, она видит, что деваться ей некуда, там вот рассказывают легенду в Казани, что она якобы прыгает, просит их построить там башню, все выстраивает, но она приезжает сюда в Касим, приезжает, селится с ним. И вы знаете, вскоре за советом к ней начинают ходить не только татары, но и русские, потому что она всегда давала грамотное, мудрое решение, принимала. И нашему хану Али это очень не нравилось. Почему? Потому что вот неравенство среди мужчин и женщин у нас в Касиме было выражено очень и очень сильно. Вот в этой мечети, в которой вы видели, могли молиться только одни мужчины. Женщины получили право молиться только в 1920 году, спустя год после установления советской власти. И то их немножко как бы принизили. Почему? Вот прорубили на полу отверстие, уместили туда, и то, что им доносило, слава богу, пусть они там молятся. Сейчас у нас, вот в то время, представляете, не к нему идут, а к ней идут. И, конечно, это имидж как-то вот немножко нарушал их анализ. Но он подловил свою жену на малейшей провинности, решил доказать, каким образом. Она у нас здесь была заточена в башне, была построена специальное такое сооружение. Она на 3,5 метра поднималась вниз, и мало кто знал, что ровно на столько количество метров она уходит глубоко под землю. И вот туда-то поместили вот умную, красивую, справедливую Суембике. И под знаком смертной казни никому даже близко не разрешалось приближаться к стенам заточения. Но под покровом ночи, невзирая на национальности, русские татары пробирались, подносили какую-то еду, благодаря чему она выжила. Ну, а выжив, затаила обиду на без того нелюбимого мужа и как-то чисто по-женски решила ему отомстить. Каким образом? Ну, к одному из праздников она приготовила блюдо и собственными руками на серебряном подносе привезла своему любителю.
Он молча принял подарок, но подумал про живого мужчину, никогда раньше такого не замечал. Как только за ней закрылась дверь, он бросил с этого подноса первый кусочек собаки любимой. Через несколько минут собака сдохла. Муж не оказался отравлен очень сильно действием химеры. Но он виду не подает. Она, видимо, уже живым здоровым юридим решает, какие дела отвлекли, что-то еще помешало. Она выжидает определенный отрезок времени, подбирая день его рождения. Из тончайшего батиста, такая мудрая была, собственными руками, на окружении, при окружении всего, что все видели, шьет ему рубашку. Расшивая за этим умер, приказал привести провинившегося в чем-то раба и надеть на него эту рубашку. Раба приводит, он рубашку одевает, весь довольный, раз получает подарок из рук самого хана, значит, расчет за допущенный правильный, но только хочет завязать кусочку из горла, как камни в хане, бездыханные, сходные хана орел. Что бисер в руках на рубашке, так же два храма, и очень сильно действующий. Однако такая интересная деталь из всего рассказывала до конца всей жизни. Хан Али не сделал ни единого знака, ни единого намека, что знал о таких коварных происках. Ну а когда жена умерла, он наказал ее очень строго по тем временам, вот у наших касимовских татар, он оставил ее могильную плиту совершенно безымянной. И вот в этой тетке как раз и находится 14 надгробных плит. 13 с надписями на арабском языке, 14-я пустая плита в Суембике. Ну, видимо, хан Али хотел вот этим жестом начисто стереть из памяти мусульман имя этой непокорной женщины. Ну, вот такая красивая легенда, подтвержденная частично документальными фактами, хранится у нас в Касимове. В этой теке был похоронен и сам хан Али, и его останки здесь находились. До 1987 года. Потом из Ленинграда приехали антропологи, чтобы забрать останки хана Али. В результате исследований выяснилось, что хан, который правил в Касимове, был из династии Чингисхана и даже являлся потомком Чингисхана. Вот вы знаете, даже одно вот это в татарской части города Касимов поднимает его настолько высоко по сравнению с другими городами, и поэтому мы гордимся это, любим, оберегаем. И вот, пожалуйста, теки. Еще раз приедем. Более позднее. Но вы знаете, вот считают, татар у нас осталось мало, 0.5%. Почему? Потому что которые татары жили в Касиме, они были булгары, они были не ордынские. Они тяготели к ремеслам различным. И когда образовалась татарская ССР, они просто как бы вот разъезжались потихоньку. Мы не препятствовали. Чисто татарские деревни сохранились до сегодняшнего дня. Но, вот как вам сказать, мы посчитали так, даже вот если у нас 0.5% татар, у них должна быть мечеть, где люди должны отдать дань своей вере, преклонить там колени и что-то. И поэтому в 2002 году администрация провела большую работу, созвонилась, и у нас была вот та вторая мечеть открыта. И сейчас она у нас действующая. И молятся там мужчины и женщины все вместе через тюлевую занавесочку. На открытии мечети приезжал сам шейх в Саудовской Аравии. Так что он так делал намаз. Первый раз видел шейха. Красивый, чурбан. Такой, вы знаете, такой мудрый очень. Сначала туда, а потом по всем нашим храмам прошел. То есть, вы знаете, сейчас стоит вопрос об открытии медресе. 1906 год, а начала действовать в 2002 году, к 850-летию открылась, и первые здесь вот намазы совершили здесь. Вот приехали представители, самый главный муфти приезжал по Москве и по России, да, он гайнудили, да, он у нас был в Касиме, он у нас как раз на празднике участвовал, ему очень понравилось, и он сказал, что мы молодцы, что так вот... А вот туда дальше у нас находится татарское кладбище. И хоронят татар у нас, естественно, по-татарски, как у вас принято. Да. Вот мне, например, очень нравятся слова Виктора Полторацкого, который в одном своем стихотворении написал, одно из четверостишей, вернее сказать, гласит следующее, что в самой Москве почти погодок, перед Владимиром гордец, скорее в работах, чем в походах, мужал вещерский городец. Он веха в летописи, ибо прославил Русь не тем, что стар, он первый памятник. Не игу, а братству русских и татар. Видите, как хорошо написал. Әзір дүния бигірек ауыр, кенгіне әйтмәгендер. Тигәтілер бабайларда,
жиңілік көрмегендер. Бір-біріңіне әрінетімегіз, таптамағыз кешілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Бір-біріңіне әрінетімегіз, таптамағыз кешілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Тыңа ауыр шағында ердем құланы сузайды. Бәлкі үзіңі де боларсың, байшан болыса шулы хәліде. Бір-біріңіне әрінетімегіз, таптамағыз кешілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Әңілдегі яқтылықтан дүния яқтырып кетер. Тұрмыш яманықларыдай бізге сезілмей өтер. Бір-біріңіне әрінетімегіз, таптамағыз кешілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Күнләшмегіз, зарланмағыз, нашарлық тілемегіз. Шушы жырымның мәгінәсін оңлағыз сіз қаммәгіз. Бір-біріңі әрнетмәгіз, топтамағыз кішілер. Мәңгілікке келмеген біз, ғымыр тез ұзып кетер. Бір-біріңіне әрнетмәгіз, топтамағыз кішілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Болсын гүл езігішлер, болсын гүл езігішлер. Бір-біріңіне әрінетімегіз, таптамағыз кішілер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер. Біргелешік, ердемілешік, болсын гүл езігішлер.